Голова круглая, чтобы мысли двигались в разных направлениях. Я недавно воткнул нож в тело, а оно оказалось бескровным. Не человек вовсе, а большая крыса на диване. Ребята, извините, но мне скоро надо будет уйти. По-моему, кто-то здесь лишний. Человеческая голова не вызывает ощущения совершенства. Нос, уши, даже губы – уродливые отростки на идеальной форме шара. Голова круглая, чтобы мысли двигались в разных направлениях. Чем дальше, тем меньше я понимаю, что здесь происходит. Ребята, извините, но мне скоро надо будет уйти. А я недавно воткнул нож в тело, а оно оказалось бескровным. Не тело вовсе, не человек, а крыса. Ты уверен в этом? Что ты имеешь в виду? Голова круглая, чтобы мысли двигались в разных направлениях. Ребята, извините, но мне скоро надо будет уйти. А немецкие кураторы еще не звонили? Человеческая голова не вызывает ощущения совершенства. Нос, уши, даже губы – уродливые отростки на идеальной форме шара. Ребята, извините, но мне скоро надо будет уйти. По-моему, кто-то здесь лишний. А я недавно воткнул нож в тело, а оно оказалось бескровным. Не человек вовсе, а большая мягкая крыса на диване. Голова круглая, чтобы мысли двигались в разных направлениях. Чем дальше, тем меньше я понимаю, что здесь происходит. Ребята, извините, но мне скоро надо будет уйти. Человеческая голова не вызывает ощущения совершенства. Нос, уши, даже губы – уродливые отростки на идеальной форме шара. Ты уверен в этом? Что ты имеешь в виду? Голова круглая, чтобы мысли двигались в разных направлениях. Ребята, извините, но мне скоро надо будет уйти. А немецкие кураторы не приходили? Недавно я воткнул нож в тело, а оно оказалось бескровным. Не человек вовсе, а большая, мягкая крыса на диване. Ребята, извините, но мне скоро надо будет идти. По-моему, кто-то здесь лишний. Человеческая голова не вызывает ощущения совершенства. Нос, уши, даже губы – уродливые отростки на идеальной форме шара. Голова круглая, чтобы мысли двигались в разных направлениях. Чем дальше, тем меньше я понимаю, что здесь происходит. Ребята, извините, но мне скоро надо будет идти. Человеческая голова не вызывает ощущения совершенства. Нос, уши, даже губы – уродливые отростки на идеальной форме шара. Ты уверен в этом? Что ты имеешь в виду? Голова круглая, чтобы мысли двигались в разных направлениях. Ребята, извините, но мне скоро надо будет идти. А немецкие кураторы уже звонили? Недавно я воткнул нож в тело. Оно оказалось бескровным. Не человек вовсе, а большая мягкая крыса на диване. Ребята, извините, но мне скоро надо будет идти. По-моему, кто-то здесь лишний. Человеческая голова не вызывает ощущения совершенства. Нос, уши, даже губы. Уродливые отростки на идеальной форме шара. Голова круглая, чтобы мысли двигались в разных направлениях. Чем дальше, тем меньше я понимаю, что здесь происходит. Ребят, извините, но мне скоро надо будет идти. Недавно я воткнул нож в тело, а оно оказалось бескровным. Не человек вовсе, а большая мягкая крыса на диване. Ты уверен в этом? Что ты имеешь в виду? Голова круглая, чтобы мысли двигались в разных направлениях. Ребята, извините, но мне скоро надо будет идти.